На льду идет настоящая борьба за шайбу. После долгой эпидемической паузы это первый турнир любительских команд в этом году. Игроки говорят, что скучали по конькам и клюшкам. Отличное настроение. Приехали поиграть, получить удовольствие, ну и, конечно же, выиграть. Как говорится, трус не играет в хоккей. Хоть и этот вид спорта считается травмоопасным, большинство его любят за тренировку выносливости, умение быстро принимать решения и даже профилактику различных болезней. Хоккей – это интересно, азартно, эмоции. А сейчас на любительском уровне, ну, это расслабиться после тяжелого дня, тоже получить заряд положительных эмоций. Матчи шли на протяжении 3 дней с 21 по 23 мая. В них приняли участие местные столичные хоккейные клубы. Капитаны команд говорят, что отсутствие должных регулярных тренировок из-за коронавируса никак не отразилось на подготовке спортсменов. Традиционный турнир. Мы проводим этот турнир уже 3-й раз. Этот год, 20-й, у нас выпал из-за пандемии. Тренировок немножко было меньше. Но все равно команда готова, дух боевой. Победу в чемпионате одержала команда «Легион», обыграв в финале «Азимут» со счетом 3-2 по буллитам. Алена Бадр, Алина Высоцкая, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.